задорной песенки эвенкийских оленеводов «Мот-мот» начался отчетный концерт 2-го В эвенкийского класса средней общеобразовательной школы номер 26 с углубленным изучением отдельных предметов. В январе 2020 года Управление образования города Якутска совместно с Ассоциацией эвенков Республики Саха-Якутия обратились с инициативой именно открыть на базе школы номер 26 класс с изучением эвенкийского языка. Ну, почему была выбрана именно наша школа, я думаю, что это не случайно. Ну, конечно, во-первых, это центральное такое положение нашей школы, чтобы всем было удобно добираться до нашей школы. Но это не самое главное. Самое главное, что у школы есть давние традиции изучения языков. Помимо того, что у нас основной иностранный язык – это английский, как и во всех школах, мы изучаем также французский, китайский. Поэтому выбор у нас получается очень хорошей традицией изучения разных языков. Что касается эвенкийского языка, мы с удовольствием согласились. Образовательную программу подготовил завуч нашей школы Ксана Семеновна Савина, образовательную программу этого класса «Языковое гнездо ЭВД». Ну, прошло 2 года. Вот мы наблюдаем за этим классом, ну, методика преподавания эвенкийского языка, да, вот литературного чтения. Ну, вот преподает молодой преподаватель, носитель языка, мы очень довольны. И вот, наблюдая за классом, за их участием на различных мероприятиях, вот, дети наши становятся призерами, победителями различных конкурсов на разных площадках. И вот нам кажется, что это совершенно не зря. Очень хороший эксперимент. Своим отчетным концертом детишки показали, чему же они научились за 2 года обучения в эвенкийском экспериментальном классе. Мы разработали образовательную программу. Это, значит, коллектив разработчиков под моим руководством, куда входили учителя эвенкийского языка Петрова Констанция Константиновна, 38-я школа, и Удагир Ольга Ивановна, которая начинала у нас преподавание эвенкийского языка. Суть этой программы в том, что мы должны детей, которые не владеют своим родным языком, для них создать искусственную среду ежедневного общения на родном языке или, во всяком случае, чтобы их окружала культурная среда. Поэтому особое внимание в этой программе уделяется внеурочной деятельности, также интегрированным урокам. Поэтому на различных уроках все равно используются элементы традиционной культуры, игр национальных, пения и танцев. Далее очень активную помощь оказывает Ассоциация эвенков Республики Саха. Под их эгидой наши дети выступают на различных мероприятиях, принимают активное участие и получают много поощрений, так скажем. Поют, танцуют, то есть они начинают осознавать себя, идентифицировать себя как эвенки. Конечно, такого опыта не было, у нас не было преподавания раньше эвенкийского языка, но у нас более 30 лет в русскоязычной школе работают якутские классы с изучением. Есть 2 типа класса – класс на якутском языке, полностью преподавание, и класс русскоязычных детей, которые изучают якутский язык как предмет. Поэтому в этом смысле опыт есть. Дети в этом классе русскоязычные, они изучают эвенкийский язык только на уроках эвенкийского языка. Поэтому вот такой создается, пытаемся создать среду погружения в культуру эвенкийского народа. А так мне этот проект, ну, во всяком случае, мне кажется, проект оправдывает свою цель. Осталось 2 года до 4 класса, на 4 года разрабатывали. И после того, как закончат дети, перейдут 5 класс, возможно, мы наберем детей для следующего класса. Мы подобрали классного руководителя в лице Алексеевой Евдокии Гавриловны. Сама она эвенкийка по национальности. Правда, эвенкийский язык она не знает, но пытается изучать. Очень верная своей идее молодой учитель, которая участвует везде и очень предана идее этого класса. Ребенок не просто.
Ученики 2-го В Эвенкийского класса одеты в школьную форму в стиле эвенкийской национальной одежды, что, конечно же, помогает им в освоении родного языка. Мы сначала подумали с родкомитетом, что надо будет все-таки сделать какую-то вот единую школьную форму, чтобы постоянно быть на мероприятиях именно вот в эвенкийских каких-то сам костюмах. Вот подумали мы, что, выбрали жилет, который одевается сверху, ну, чтобы с первого по четвертый класс одевать его. Вот. А дизайн мы тоже думали сами. Дизайнера, я спрашивала у дизайнера Эвенка насчет вот этих вот, как сказать, узоров, да, насчет цвета, как бы, потому что каждый узор, каждый цвет, оно как бы что-то обозначает. Вот. И цветовую гамму выбирали тоже все вместе. Далее под заказ шить все жилеты. Атрибуты тоже были под заказ, но некоторые родители сами себе шили. То есть жилет и атрибут тоже сами. Некоторые. Скажите, а вообще родители как воспринимают вот то, что дети занимаются в эвенкийском классе, изучают свой родной язык? Родители, ну, очень хорошо относятся, у нас с ними общий язык есть, да, они очень этим, ну, видно, что гордятся, конечно, поэтому стараются нам тоже помогать, очень мне помогают, во всех мероприятиях участвуем, тоже все вместе, вот. А вообще, немножко про себя скажите, вы сами откуда, что закончили? Я сама по национальности тоже эвенкийка, но я как бы язык немножко только знаю. Родом я из села Оленёк. Ну, закончила у учителя начальных классов в колледже. И, получается, меня взяли в этой школе учителем. Вот именно вот этого эвенкийского класса, наверное, потому что я... по национальности эвенкийка. Они учатся по учебнику Эведы Турен и литературный Танивун Фени Матвеевны Лихановой. Вот, они у нас, кроме этого, еще изучают кружки литературы эвенкийского языка, истории эвенкийского языка, музыку, да, и танцы. Ну, класс, они, как настоящие эвенки, они очень любят, увлекаются всем. Они танцуют и поют, они не сидят никогда просто так. Они у нас еще гиперактивные, они у нас прям настоящие кочевники. Слова они учат хорошо, но вот трудно у нас с разговорной речью, потому что мы все знаем то, что разговариваем и на якутском, и на русском языке, поэтому ребята немножко путаются. Это в школе они, конечно, изучают эвенкийский язык, но 2 часа Эведы Туренда, эвенкийского языка, и 1 час литературного чтения совсем мало, чтобы они начали хорошо разговаривать. Но надеемся, что они будут дальше изучать до конца 11 класса и уже будут говорить на своем родном языке уже по окончании школы. Би эвенки бигим, сини, би нян эвенки кут. Беги, куда на дуг беден. Таркани, армени гиргив, ну нам саха. Повторите еще раз. Би эвенки бегим, сини, би нян эвенки кут. Беги, куда на дуг беден. Таркани, армени гиргив, ну нам саха. А ялди. Бигербис, бигербис тиуна, синглигербис, бигербив даваучэ. Прослушайте звучание, не торопясь. Постарайтесь запомнить слова. Эрмини эхэкэс, эрмини эвэс, эрмини амав, эрмини энэв, эрмини аки, эрмини эки, эр упкат мини кэргэнми. Одной из авторов, создавших эвенкийско-русский разговорник «Би эвэдит турачингнам», я говорю по-эвенкийски, фрагменты из которого вы видели, является Фаина Матвеевна Лиханова. Мы как общественные институты и сами вот представители эвенкийского народа очень рады, что в городе Якутске, 26-й школе, по инициативе общественных организаций, ну и, конечно, поддержала нашу вот инициативу управление образования города Якутска и администрация школы номер 26.
Я думаю, что это такой большой сдвиг и возвращение к своему родному языку. Детей много обучается, все-таки это городская школа, но дети собраны, я думаю, из разных районов и приехали, возможно, специально, чтобы попасть в вот этот венкийский класс. Но я думаю, что в будущем оно даст результаты. Среди вот этих детей растут будущие учителя родного языка, специалисты сферы этнокультуры, потом будущие ученые, возможно, просто родители, которые будут передавать свой родной язык своим детям. Ситуация у нас сложная с языками, и, конечно, мы на все наши, именно на такие классы возлагаем большую надежду. Да, но также этот класс еще, возможно, не был бы открыт, если бы мы еще не разработали эти учебные пособия по венкийскому языку. В основном они ориентированы на детей, не владеющих, на восточном наречии, на нашем наречии, на котором говорили наши дедушки, бабушки. И оно было издано в 2017 году Министерством образования и науки Республики Саха, Якутия. И это комплект учебников с 1 по 4 класс, это венкийский язык и литературное чтение со 2 по 4 класс и рабочие программы. Все эти пособия были разработаны учителями села Иенгра родного языка и научными сотрудниками Института национальных школ. Детское издательство «Кискил» вместе общественная организация «Лагун» такой проект «Вадыт Турячинным». Здесь активное участие приняли дети из именно венкийского класса. Здесь диалоги на венкийском языке, рассказы, стихи, песенки, хороводы. Это такой карманный разговорник именно для детей школьного возраста, начальных классов и основной школы. Также они были для начальной школы, мы в основном при поддержке детей 26-й школы венкийского класса, а для основной школы, для детей более возраста, более взрослого, разработали дети Арктики Нерингринского района. Так что очень интересно, и не только для детей, но и для родителей. У нас в основном родители не говорят на родном языке, и, конечно, необходимо создавать речевую среду. И вообще должна быть такая непрерывная система обучения родному языку, начиная от рождения, родился, например, ребенок такой уже, и необходимо создавать такие учебную познавательную литературу. Говорим с пеленок или учим материнский язык. И, конечно, при рождении необходимо дарить нашим молодым родителям такие пособия, чтобы они пели колыбельные песни нашим детишкам, сказки рассказывали, и об обычаях говорили, ведь мы на этом и росли. И то же самое должно. И, конечно, дошкольным необходимо нам сейчас предстоит разработать учебные пособия и по дошкольному обучению родному языку. Это направление у нас выпало. Сейчас у нас разработаны рукописи учебников 5, 6, 7 класс. И будем продолжать 8, 9. Это все у нас в Федеральном институте родных языков, отделе учебной литературы по родным языкам. И разработали, в разработке принимали учителя родного языка, ученые наши лингвисты и методисты. А молодые, увлеченные своей работой учителя провели для зрителей очень интересную познавательную презентацию о традиционных занятиях национальной кухни, одежде, жилище и венков. Для охраны здоровья ребенка у венков существовал ряд оберегов. Смотрите, какие есть. Чтобы прекратить болезнь, ребенку дают страшное имя. Чаще название земноводных и насекомых. Чтобы не болели зубы, не позволяли совать в рот челюсть оленя. Чтобы не болел язык, не разрешали плевать в огонь.
У абэнков сохранились также культы духов и шаманизм. А чтоб не было скучно маленьким зрителям, Валерия Великтоновна предложила веселую физкульт-минутку на эвенкийском языке. После этого еще больше всех раззадорила популярная эвенкийская песня о дружбе Гиркие, которая нравится и взрослым, и детям. Ученики очень постарались и показали эвенкийскую сказку, как человек получил лук, и рассказали стихи. Эвиден, эвиден, орокорди, эвиден, 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 катекорди, орокорди, эвиден. Играю, играю, оленями играю, 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 много оленей у меня, я ими играю. Это ген болдежан, кукун болдежан, это ген хердеджанан, кукун хердеджанан. Олененок, олененок родился, маленький родился, олененок вырастет, маленький вырастет. Осетка, аргиду, осеткова, НВ, вот такие осеткова. Школова, осеткова, НВ, вот такие осеткова. Елка. Принесли из леса елку, красивую елочку. В школу принесли елку, красивую елочку. Оки, оки, ткен. Гудей, 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 кен. Оки, 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 ткен. Хима, хима, химка. Белка, белочка. Красивая, красивая, красивая. Белка, белка, белочка, быстрая, быстрая, быстренькая. А я как он качекан, мама кокун гиркиген, а я как он качекан, мини гиркиген. Хорошенький щеночек, шаловливый щенок, дружок. Хорошенький щеночек, мой дружок.
Ты сейчас посмотрел концерт учеников, которые изучают эвенкийский язык. Как он тебе понравился? Понравился. Мне понравилась их одежда, как они разговаривали и, ну, танцевали. Мне очень понравилось, как они разговаривают. Мне понравилось, как они танцуют. И очень было интересно. Спасибо. Молодец. А мне понравились стишки про оленя, про белочку, про елочку и собаку. Плюс мне еще понравилось, как они танцевали. Конечно, изучение языка способствует сохранению и культуре. Если дети изучают язык, конечно, и сохранится культура народа. В связи с этим также имеет большое значение среда. Если все-таки родители совместно с детьми изучают вместе язык, тогда, конечно, будет больше эффективности в изучении языка. Вот. Но все-таки сейчас наблюдается проблема, что много людей все-таки не владеет языком. Но поэтому и также должна все-таки вестись работа родителей совместно с детьми к изучению языка. Тут, наверное, нужно уже привлекать специалистов, чтобы как-то совместно или учителю проводить работу также с какой-то с родителями, чтобы им было легче детям помогать и вообще дальше изучать эвенкийский язык. Отчетный концерт учеников 2-го эвенкийского класса получился праздничным. А праздник эвенков всегда завершается круговым танцем, что и подтвердили детишки, исполнив традиционный эвенкийский гасигор.